Театр как средство взаимного понимания и укрепления мира между народами. Под таким девизом в 1961 году в Вене на 9-м конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО был учрежден Международный день театра. Мастера сценического искусства и миллионы зрителей празднуют его 27 марта. А наш корреспондент Наталья Садовская в этот день попыталась раскрыть актерский талант новомихайловцев. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик чистом. Это наш привычный дом. Невеликие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Мы дороги день за днем, и фургончик поличистом. Это наш привычный дом. Невеликие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Театр играет большую роль в нашей жизни. Там и слово, и мудрость, там есть все. Зрители приходят в театр, чтобы посмотреть на самих себя. Ведь действо на сцене – это отражение нашей жизни. Если актер недоволен своей игрой, то и публика чувствует фальшь. Так и в жизни. Можно изменить ход жизненной пьесы. Стоит только снять маску, показать свои искренние эмоции. Быть настоящим – это лучшая человеческая роль.